Ein kamocha Elohim Adonai vein kemasecha malchut hamalchut kol olamim umemshaltecha bechol dor vador Adonai melech Adonai malach Adonai imlach leolam vahem Adonai os leamo hiten Adonai yevarek et amo vashalom Vayehi bin Soharon Vayomer Moshe Kuma Adonai Veyafutsu Oyvecha Veyanusu Mesanecha Mipanecha Ki Mitzion Tetze Torah Ki Mitzion Tetze Torah Udvar Adonai Mi Yerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael Bigdushato Baruch et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol HaAmim Venatan Lanu Et Toroto Baruch Ata Adonai Noten HaTorah Amen Amen Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Сегодняшний недельный отрывок основывается на книге Второзакония, 4 глава, с 1 по 9 стих. Книга Второзакония, 4 глава, с 1 по 9 стих. ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות. למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם. לא תוסיפו אל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פאור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור השמידו אדוני אלוהיך מקרבך ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאדוני אלוהינו בכל קראנו אליו. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. אמן. אמן. Я также зачитаю на русском языке. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляй к тому, что я заповедую вам, и не убавляй от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя.
А вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегитесь и тщательно храните душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынов твоих. Аминь. Мир вам, братья и сестры, да благословит Господь каждого из нас и наполнит еще больше наши сердца своим миром. Весь недельный отрывок называется «Ваитханен» и умолял. Когда Моисей обращался к Господу и просил, чтобы он даровал ему возможность увидеть ту землю, которую Бог обещал нашему народу. Поэтому так называется весь отрывок. Сегодня мы с вами поговорим на тему «Мудрость, сходящая свыше». Мудрость, сходящая свыше. И вы знаете, эту мудрость он нам дает Господь. Буквально с неба, вкладывая его в свое слово, вкладывая его посредством Духа Святого в сердце каждого из нас. Первое, то, что здесь написано в первом стихе. У нас в русском написано «слушай постановления и законы». В иврите написано «шма эль хуким». То есть «слушайся постановлений и законов». Как будто вот знаете, это живое. То есть, когда, допустим, я говорю Володе, допустим, Володя говорит, или я говорю, слушайтесь Володю, то я говорю, слушайтесь этого человека, то есть делайте то, что он будет вам говорить. И в иврите именно используется такая постановка, показывающая нам, что все эти законы и все эти постановления, в них есть жизнь. И это жизнь, которая буквально ведет нас по этой земле, наполняя нас. И первое то, что здесь говорится, чтобы вы были живы. Этот мир, он поглощен грехом. Он сеет смерть, он сеет проклятие. Дьявол пытается каждого из нас украсть, убить и погубить. Есть люди, которых он ведет в эту погибель. И это то, что творится в этом мире. Слово же Божье, Иешуа Мессия, дарует жизнь, дарует желание жить. Когда ты исполняешь это слово, у тебя есть силы жить, тебе хочется двигаться дальше, двигаться к той цели, которую поставил перед тобой Господь. Когда ты поглощаешься все больше и больше этим миром, пропадает желание жизни. И тебе уже не хочется жить. Нету цели, нету ничего. И мы должны проверять свое сердце. Если в нашем сердце пропадает желание жить, то значит мы поглощены этим миром. Значит мы не поглощены Словом Божьим. И нам надо больше поглощать это Слово. Больше поглощать Иешуа Мессию в свою жизнь. И жить им в своей жизни. Он сказал в этом слове: «Я есть путь, истина и жизнь». И, конечно же, Он есть жизнь вечная, которая также приходит в нашу жизнь через веру и доверие этому слову. Следующая, вторая часть этого стиха первого говорит: «Наследовали землю». Интересно то, что это то обетование, которое заповедовал Господь нашему народу, что они войдут в наследие земли, то, что эта земля будет принадлежать им.
И здесь он говорит, только вы слушаетесь то, что я вам говорю, и вы войдете в наследие этой земли. В нашей жизни дьявол также пытается увести нас и хочет украсть ту благословенную жизнь, которую приготовил для тебя Господь. Очень важно, чтобы мы не позволили ему сделать. Когда мы слушаем это слово, когда мы послушны ему, когда мы двигаемся по нему, то обетование, то благословение, то благословенная жизнь, которую Господь приготовил для каждого из нас, приходит в нашу жизнь. Когда мы отступаем, то дьявол крадет ту благословенную жизнь, которую Бог приготовил для каждого из нас. Тратится время, тратятся силы, тратится внутреннее твое духовное мир. Давайте не будем допускать в своей жизни, чтобы дьявол мог украсть у нас то, что приготовил для нас Господь. Мы будем следовать за Богом. Второй стих говорит, не прибавляй к тому, что я заповедую вам, и не убавляй. И в этом тоже есть мудрость. К мудрости Божьей нечего добавить, и к мудрости Божьей нечего убавить. Иногда мы, люди, начинаем добавлять, когда нам это удобно. Пример тому, можно взять фарисеев, когда, помните, Иешуа говорит, когда вы говорите, что это может быть дар Господу, и тем самым уже не почитаете своих родителей, и вы заменили заповедь Божью на заповедь человеческую. То есть как бы отменили то, что Бог сказал, почитай отца и мать свою, добавив еще одну заповедь, что ну как бы это для Господа. И если это для Господа, я уже не могу помочь тебе этим. В нашей жизни не должно быть так. Мы не должны добавлять в это слово ничего. Но мы также не должны и убавлять. К сожалению, сегодня здесь, в Эрец Исраэль, есть проповедники, которые проповедуют то, что закон не нужен, то, что все праздники не нужны нашему народу. Убавляя и убирая очень важную часть из этого слова, которую Господь даровал нашему народу. Для нашего народа, конечно же, да и аминь, это все нужно. И мы должны двигаться в этом и следовать Слову Божьему в своей жизни. Иногда люди не то чтобы убавляют или добавляют, но они искажают смысл самого слова. Ну, вот, допустим, приходит муж голодный домой, хочет кушать, и такой в надежде, что его дома ждет горячий обед, а обед не обед, а ужина нету. И он спрашивает у жены, ну жена, что же случилось, почему? Она ему отвечает так духовно, с Библией сидя, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, что она делает в этот момент? Она искажает. У нее не было времени приготовить. Она искажает Слово Божье, как бы защищая себя им. Вот очень важно, чтобы мы в нашей жизни не использовали Слово Божье как прикрытие своих каких-то неправильных поступков. Но чтобы мы использовали Слово Божье в чистоте, так как оно есть и дано нам в нашей жизни. Не прибавляй и не убавляй. И в этом есть тоже мудрость, сходящая свыше. Следующее, это четвертый стих. Прилепиться к Господу. Вы знаете, очень важно, чтобы мы прилепились к Господу. И в этом тоже есть мудрость, большая мудрость. Что значит прилепиться к Господу? Это значит, что в нас есть цели Бога. Мы следуем Его целям. Мы укоренились в Господе. Укорениться в Господе – это значит, когда у тебя есть цель от Него, и ты двигаешься к этой цели, когда ты двигаешься за Ним. В притче 14 глава 8 стих сказано, то, что мудрость разумного – это знание пути своего, глупость же безумных – это заблуждение. Интересно, что в иврите написано не знание пути своего, а в иврите написано то, что он гевин, он понял свой путь, он понял, куда ему нужно двигаться, он понял, что ему нужно делать в его жизни.
и куда идти. И это действительно великая мудрость, когда мы с вами понимаем, куда мы двигаемся. Когда мы с вами понимаем, что у нас есть цель в Господе, которую мы хотим исполнить для Него, чтобы Он был прославлен на этой земле. И это прилепиться к Нему, это буквально соединение с Ним, когда уже твоя жизнь посвящена Ему. Дух Святой двигает нас в этом. Дальше в 6 стихе написано: «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов». Слово Божье, каждый читающий его, каждый исполняющий его, каждый изучающий его и живущий им, он действительно имеет великую мудрость, которую даровал ему Господь. Здесь написано то, что мудрость, она дороже всякого золота. И тот, кто приобрел ее, приобрел великое богатство. У нас есть эта мудрость, только надо следовать ей в своей жизни и чувствовать, когда ты отклоняешься от нее. Последний стих, это 9 стих. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел». И в этом тоже есть великая мудрость. Помнить то, что Бог делает, сделал и будет делать в твоей жизни. Видеть это, чувствовать, переживать, не забывать. Почему? Потому что когда ты забываешь, ты начинаешь отдаляться. Помните! Давайте будем помнить, что Бог уже сделал в нашей жизни, что Он сейчас делает в нашей жизни, и какую великую победу Он сделает еще в нашей жизни, когда мы войдем в Царство Небесное. Аминь. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. Барух ата Адонай, Элохейну мелех аолам, ашер натан лану торат эмет, вехаей олам ната бетохейну. Барух ата Адонай, нотен хатора. Амен. Везот хатора, ашер са Моше, лифней бне Исраэль альпи Адонай, беяд Моше. Эцхаим хи, למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אמן.